Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалта. Я нашел в Google Play интересное приложение про дневники Диппера из Gravity Falls. То есть из Gravity Falls, сорян. Фанаты этого сериала могут скачать это приложение. Вы запустили приложение дневники, которое погрузит вас в мир загадок и мистики. Ну, далее. Скоро будет глобальное обновление. Пока предлагаем вам написать ваши пожелания. Нами поиграть в нашу новую игру. Кликлак, спасибо за поддержку. Викторина. Подожди, а первый... Это все, что ли? Вы запустили... Ой, боже. Харе. Ничего тут не понимаю. Давай этот откроем. Как тебе открыть дальше? Любопытненько. А, во, все. Глава вторая. Магический амулет. Это кулон с зеленым камнем. Он обладает огромной силой, но у него есть и слабость. Он очень легко разбивается. Амулет. Я разгадал его загадку. Он может поднимать предметы, помогает управлять гравитацией. Тот, кто найдет этот амулет, станет могущественным. Возможно, это и Ники. Прикольно. Красным цветом отмечены возможные тайники Gravity Falls. Охренеть. Монитор безопасности, локатор. Остерегайтесь. Гнездящихся белок. Забавно, о боже. Никогда не имейте с ними дел. Роботы с интеллектом, духовные бандиты, убить его огнем, куку из носков, избегай. Прикольно, это у нас кровавый дождь, заклинание. Используй один раз. Ну, заклинания читать не буду. Кровавый дождь, Gravity Falls, несколько дождей. Возле леса дождь. Непредсказуемо, нет никакого объяснения столь странного происшествия. Призыв. Заклинание Тирангулом, Энтангулом, Винифорис, Доминус, Интиум. Винифорис. Хрень. О боже, ты кто? Осьминог. Острые зубы, глаз трансформируется в рот. Присоски. Осьминог имеет зеленое тело и на двух маленьких глаз у него один большой. О боже. Конфетный монстр. Ай, чё это, шутка? Русалки.
Оба-на! Эй, чё, динозаврики? Динозавры другие. Сказали слово, что древенских мужикотавр, о боже. Женщина-людоед. Оба-на! Часть супероружия. Харе со своей викториной. Какое-то вот такое вот приложение. Ой, боже, викторина такая прям. Ладно, дорогие друзья. В принципе, один дневник мы посмотрели, приложение вы поняли. Называется оно «Дневники Gravity Falls». Кому интересно, можете посмотреть в Google Play. А пока всем удачи, всем пока.